Мы рассказываем о новостях, которые произошли в городе и районе на этой неделе. 12 июня Печора, впрочем, как и вся страна, отметила День России. Вот это важно для каждого россиянина день, несмотря на регулярный дождь. Для печорцев провели большой праздничный концерт. Вернись наш путь до сих пор, но тем не менее, тот потенциал, который заложен в каждом из нас, который заложен в каждом городе, в каждом субъекте и в целом стране, дает нам основания с уверенностью смотреть в будущее. И пускай те вызовы, которые сейчас нам дают внешние наши партнеры, мы преодолеем с гордо поднятой головой. На празднике состоялось награждение победителей турнира по дворовому футболу. В минувший четверг он завершился последними встречами в полуфинале и финале. Команде «Интер», она заняла третье место, достались спортивные сумки. «Кожве» за второе футбольные мячи, а победителю состязаний «Звезде» смартфоны. А зрителям в этот день достались концертные номера от городских коллективов художественной самодеятельности вперемешку то с солнцем, то с дождем. Вот такая у нас разная погода. Мы же живем в России. Мы здесь живем, да за все. Просто вот мы россияне, за это, поэтому гордимся. Поднялся уровень жизни, политическая обстановка хорошая, все. Люди довольны. Всем горжусь, что есть, что относится к России. Вот как бы в отпуск не ездила где-то вот на юга, все равно на родину тянет в России. История хотя бы. История нас очень... большая, обширная, так что Вторую мировую то только мы освободили, больше никто. Даже этого уже достаточно. Крым, Крым наш, наш. Очень хорошо. Мы самая великая страна в мире, получается. Наша страна стала могучая, ее стало есть за что уважать. И нашей страной управляет такой великий президент, которым мы гордимся, Владимир Владимирович Путин. И за последнее время в нашей стране произошли большие перемены. И я очень рада, что наша страна стала такая, сильная, заставила себя уважать. Мы поднялись с колен и стали могущественным государством. Я люблю Россию. Ура, Россия!